Всем привет, ребята! А у нас будет челлендж сейчас с Леночкой. Какой? Надо будет полизать часть тела. А, мы будем в этом видео, короче, лизать друг друга. А шарфик нам нужен для того, чтобы завязать глаза. И будем угадывать, какое же тело, часть тела мы лизнули. То есть, допустим, у меня завязан шарф. Толик мне дает что-то лизнуть, я должна угадать. О, лизнуть, это классно! На то, чтобы угадать, дает за 3 попытки. Ну и 3 части тела. Короче, кто угадает больше, тот и выиграл соответственно. Ну что, с кого первого начнем? Давай, Леночка, я тебе завязываю первые глаза, поворачивайся. Ну давай только так, чтобы не совсем-совсем стрёмно, чтобы мне не было совсем-совсем противно. Все окей будет, давай. Ну давай уже что-нибудь. А. Что это, Леночка? Рука. А вот какая? А, ты смотри, ты угадала. Что, серьезно? Я да. Даже хотела сказать, что это шею. Нет, плечо. Ну, плечо почти угадала все-таки. Ну, ты молодец. Нет, серьезно, я сначала думала, так, сейчас скажу шею, тебе... а потом все скажут снова, что я где-то нечестно играю. Ну, я тебе засчитаю, ты как раз показала к верхней части руки, это было плечо само. А, ну так надо было сказать, что я не угадала. Ты угадала, да? Я засчитываюсь. Так, первая попытка удачная у тебя, да? Блин, ну честно, серьезно, я вообще случайно угадала. Честно, я даже не почувствовала, что это была рука, я просто наугад назвала какую-то часть тела, да? Я реально думала, что это шея, ты просто еще так рядышком говорил рядом со мной, я подумала, что это шея. Ну ладно, давай, второй. Так, Леночка, вторая попытка, на. Ну давай. Все? Да. Я не достаю. Сейчас, давай, доставай язык. Подожди, я даже не почувствовала. В смысле не почувствовала? Еще? Давай, да. Да ты не убирай себя. Ты ко мне поближе, да? Я хоть... Не, ну ты говори, что это? Блин, ну не знаю. Ну давай, последний раз даю попробовать. Фу. Противное? Что? Что мягкое. А что мягкое? Ну что, ты угадаешь, нет? Не знаю. Ты сдаешься? Нет, дай подумать. Может быть, это... Может, живот это? Не, это не живот. Вообще на живот не похоже. Может, это твои груди, а? Ну да. Да ладно, серьезно? Да. Капец. Ну все, ребята, короче, переходим к более жестким мерам. Леночка, третий раз. Ну давай. Да ладно, я и так все угадываю. Вытаскивай язык сильнее. Что? Что-то соленое. И что соленое? Не знаю. Давай еще раз. Блин, что это? Еще и волосатое. Какое волосатое? Что? 100%. Может, ноги твои волосатые? Нет? Это соленые, так это может пальцы мои на ногах. Соленые, волосатые. Нет, ну волосатые. Ну что-то такое волосатое, еще мягкое. Соленое, волосатое и мягкое. Фу, что ты мне дал? Не воняет? Фу. Я просто не принюхивала. Так, я и хотела еще раз попробовать не знать. Ну что это? Я теперь. Давай. В смысле давай? Хватит. Я просто нюхать не хочу теперь. Высовывает ли дальше язык? Фу! Она волосатая. Да нет, ребята, скажите ей, что не волосатая. Отличная. Фу, я не знаю. Ну, может быть, вот тут, вот эта вот часть тела еще вот такая. Ну, вот тут, где голова переходит в шею, да? И там иногда бывает тоже, ну, такое вроде не жесткое, да, мягкое. Тут вот чуть-чуть волосы. Нет, ты вообще далеко, так что давай вторая попытка. Ну. Блин, ну я не знаю.
Ну что еще может быть волосатое? Ну не знаю. Может вот это теперь часть тела, если это не нога волосатая, то это... Ну нет, и последний раз у тебя остается попытка угадать. Все, дальше не, ну... тебе не засчитывается. Третий ну, ладно, раз, все. Ну ладно, я сдаюсь, все, давай, что это? В смысле, ну, что все, это? Все, можно уже снимать? Да, что, ну, снимай, да. Я тебе покажу. Вот, видишь, даже что? Еще... Мокренько еще от твоего язычка. Че, прикалываешься? Классно, чего, ну подмышку я один раз не угадала. Я думаю, что она вонючая такая. Ребята, зачетно было. Все-таки один раз поставьте пальчик вверх, поддержите. Ладно, сейчас, короче, я буду думать, что я тебе даю. Хорошо, давай, закрываем тебе глаза. Интересно, нос оставляешь, чтобы нюхал ты, или не оставлять? Что, все, нифига не видишь? Не, Леночка, ничего не вижу. Точно? Да. Вот, я даже сильнее себя поправил. Так, ну все, доставай свой язык. А еще раз. Это ж палец твой. Блин, так нечестно. С первого раза угадал. О, что ты хотела мне? Палец дала, он полукруглый, сразу понятно, когда сильнее лизнешь. Так, ну ладно. Готов дальше? Ну давай. Все? Угу. Дает? Это между сисей какой-то у тебя? Я. Ну, груди вот тут, между сиськами у тебя. Не. Нет? Что, еще раз ты попробуй? Ну да, еще раз попробую. Такое что-то твердое немного. То ли... Что похоже? Может это бедро? Нет. Нет? А что ты так голову задираешь? Подглядываешь? Нет. Ну давай, говори. Ну дай еще раз попробуй. Блин, понравилось что ли? Я сильнее лизну. Это может часть тела около пупка какая-то? Ну ладно, угадал. С какой попытки ты угадал? С третьей, засчитано. Ладно, так и быть. Что? Это номер три? Давай что-нибудь пооригинальнее, поинтереснее. Давай. Что, все? Мне можно? Где? Это что, ты мне ладонь свою дал? Нет. Нет? Ну давай. Что это? Ну? Рука? Ха, нет. Че, еще раз здесь попробуем? Ну дай, дай. Вообще не могу понять. Бог твой! Что такое твердое? А не, ну Леночка, я сдаюсь, короче. Ну так что это было? Может мне еще не признаваться, еще мазочек тебе, а? Давай. Не, так все, ты уже проиграл. Ну да, ладно, снимай так и без того. Блин! Да ты вообще издеваешься! Я думаю, что такое... Реально, что-то такое немного шершавое и твердое. Сам ты шершавый. Серьезно, посмотри. Вот. Я... Нет, ты вот эту часть не знаешь. А, ну не пятка, пятка мягче было бы. А я, получается, вот здесь. Тут, вот. Вот здесь вот я, получается, ребята, я лизал вот здесь вот. Короче, лизал вот эту часть. По-любому она у каждого чуть-чуть такая шершавая и твердая. Когда ты напрягала свою ногу. Ну ладно, все, не угадал, ладно. Это я аж три раза ногу лизнул. А вы были на канале Crazy Life. Подписывайтесь, колокольчики, лайки. Всем пока. Все, пока-пока.